Всем добрый вечер. Мы продолжаем обучение «Путь лидера». И меня зовут Мика Хигай, Royal Master. Сегодня мы с вами поговорим о том секрете, который делает бизнес Atomy успешным. Это, конечно же, наша любимая продукция. Продукция Atomy разнообразна. В разных странах разный ассортимент. И самый большой ассортимент, конечно, на корейском сайте, да, на стране, которая зародилась Atomy. И в конце этого вебинара мы все покажем свои любимые товары, и у всех они разные, потому что мы с вами все разные. И у меня для вас кодовое слово, которое вы будете отправлять куратору, да, вначале. Запишите сейчас, пожалуйста, чтобы отметить тех, кто пришел вовремя, даже раньше, заранее. Так, первая буква вашей фамилии. Пожалуйста, запишите одну букву сейчас, и вторую букву или цифру вы услышите в конце этого вебинара. Таким образом, кураторы смогут знать, да, кто пришел вовремя, кто был до конца, кто посещает занятия и кому ставить балл. Не пишите, пожалуйста, в чате. Это ваши персональные информации, которые вы отправите своему куратору. Сейчас просто запишите в блокнот. То есть первая и последняя цифра или буква это нужно отправить в конце занятия в кураторский чат. То есть там, где идет информация про обучение, ссылки, вы туда отправляете и эту информацию. Дальше. Сегодня на фоне у меня король, тот продукт, с которого Atomy начала свою деятельность, Хемахим. У него большая история, и мы к нему вернемся попозже. Есть в Atomy такое, только что рекламные ролики, думаю, видели, хемотайм. Это когда во время семинара, если вы видите эти слова хемотайм, нужно выбить хемахим. Тумянцы по всему миру объединяются и в один момент пьют хемахим для того, чтобы противостоять, да, любым пандемиям, инфекциям и так далее. Сегодня вы видели серию видеороликов рекламных о компании, о продукции, и я думаю, что вы влюбились в эти продукты еще больше, узнали что-то новое, и это всегда здорово. И на семинарах вы можете видеть эти ролики, а также вы можете их взять себе. И я бы хотела вам показать, как сделать так, чтобы эти ролики были также и в вашем контенте. Так, открываем наш сайт. Любой, да, любая страна. И заходим в раздел Channel Atomy. Если вы хотите, чтобы ваш контент, да, ваш видеоролик был на русском языке, если вы хотите, чтобы был на других языках, вы можете зайти на сайт Канады, например, или Америки. Будет на английском, в Турции на турецком, соответственно, да? И постепенно этот контент на канале Channel Atomy пополняется, да? Кто не заметил, еще раз показываю, то есть заходим на любой официальный сайт Atomy, и сверху мы видим надпись Channel Atomy, то есть ch.atomy и знак треугольник, да? Знак проигрывания. Вот, это такой наш информационный канал, где у нас много роликов. Вот просто я часто вижу, что про него многие забывают и даже не знают, что он есть и где он находится. Так, и вот заходим. Да, здесь есть разная информация, разные вкладки. Мы заходим в раздел «Товары». И вы узнаете, да, я думаю, что вот эти почти все ролики были у нас до занятия вам показаны. Их можно скачать.
Также они доступны, вот, вот здесь можно скачать, также они доступны в YouTube-каналах, официальных YouTube-каналах тоже можете скачать оттуда. Можно таким образом немного разнообразить свой контент. Если у вас еще нет Инстаграма, нет Ютуба или нет странички в других соцсетях, вы можете начать с этих роликов. То есть уже будет, начнется какая-то реклама. Так, товары, да? Ну, возьмем сегодня только товары. Вот есть здоровье, красота. Наша работа с вами в Атоме заключается в том, чтобы рекламировать товары. Да, мы с вами не продавцы, потому что все продажи должны идти с официального интернет-магазина Atom. Это может быть Atomi.kz, если вы в Казахстане, Atomi.kg, если вы в Кыргызстане, Atomi.ru, Atomi.kr. Ну, в зависимости, где вы живете, у каждой страны есть свой сайт, с которого должны идти продажи. Наша же с вами работа – это, можно сказать, бренд-менеджер, человек, который популяризует эту продукцию в массы. Наш председатель считает, что самая лучшая реклама – это сарафанное радио. Она работает лучше, чем сейчас работает реклама на ТВ, например, да? Или на Ютубе. Часто, когда смотришь Ютуб, выходит реклама, и ты даже ее не смотришь, да? Ты настолько насытился этой рекламой, что тебе неинтересно, что там показывают телевизор, многие уже не смотрят. Поэтому наша работа с вами – это рассказывать о продукции всем-всем-всем. И наша компания не ограничивает нас в стране, что очень круто. Не каждая компания, не любой бизнес может вам предоставить такие условия. То есть мы с вами можем строить глобальный бизнес, глобальную сеть потребителей. И люди, скажем, если у вас есть потребители в Индии, они будут покупать в рупиях, в местной валюте, и вы будете получать свои PV, которые затем превращаются в выплаты уже в своей валюте. То есть у каждого своя валюта, у каждого своя доставка, логистика, которую обеспечивает сама компания. То есть все условия для нас созданы для нашей работы. Наша работа заключается в рекламе, популяризация продукции и построение сети потребителей глобально. Не ограничивайтесь одной страной, потому что с такими возможностями, как Atomi сейчас предоставляет нам, это очень сильно будет вас ограничивать, только работать в своей стране. Пользуйтесь тем, что наша компания глобальная, и вот в прошлом году прям было такое удивление, что вот вся Европа, да, начала зарабатывать и получать доставку от Atomi. Любые развитые страны, да, они уже открыты, и очень мы обрадовались, когда в прошлом году открылся Казахстан, и у нас уже пошли выплаты в тенге, а не в рублях, то есть уже ближе к людям. И да, вот Алексей пишет, что сарафанное радио действительно очень хорошо работает. Я думаю, что вы сами тоже больше доверяете своим друзьям, знакомым, которые вам рассказывают о компании, затем вы начинаете пробовать. И все волшебство происходит, когда вы пробуете эту продукцию, правда? Вспомните, напишите, пожалуйста, в чате сейчас, какой был первый продукт, с которого вы начали знакомство с Atomi. Пока вы пишете, расскажу про наш опыт. Это, конечно, был такой пакетик, который муж принес с работы. Паста, щетка, кофе и каталог. Ох, чат взрывается от ваших сообщений. Буду стараться успевать все прочитать. Кто-то начал прямо с химахим. Очень интересно. Зубная паста, щетки, витамин С. Кстати, витамин С идет в форме стиков, да? Его легко раздавать потенциальным клиентам. И он еще такой вкусный, кисло-сладкий на вкус. Очень нравится. Так, как первый, вот как кофе, например, тоже, да, удобно раздавать. Четырехэтапка. Кто-то, видимо, кто написал четырехэтапка, пришел на мастер-класс и там попробовал наш чудо-набор вечернего очищения.
Абсолют для волос. Здорово, да? Кто-то начал с шампуней. Кстати, мой первый заказ, это был как раз шампунь Scalp Care, потому что у меня была проблема с кожей головы, она сильно ожирнилась, из-за этого появлялись прыщи, прям зуд такой был страшный, и я пользовалась разными шампунями, когда попробовала Scalp Care, просто я была в восторге, насколько он мне помог, то есть результатом была очень довольна. Кто-то начал с спирулины, кто-то с пенки. Да, пенка, кстати, тоже очень популярный продукт. Почему? Потому что она очень доступная по цене, даже, можно сказать, дешевая, да? И ее хватает надолго, и классный эффект дает. Так, еще смотрим. Пробиотики тоже идут в стиках, удобно раздавать, как товар, с которым вы хотите познакомить человека с Атоми. Кто-то начал с королевской сапфоры, интересно. Так, химохим часто вижу в ответах. Интересно. Гидросияние набор. Файнзайм. Губка. Губка тоже, да. Они очень доступные и тоже надолго хватает. Если, например, прошел месяц, да, в пользовании губкой, вы можете положить ее в микроволновку, чтобы она стала как новая. Но у нас у губок есть антибактериальный эффект уже в ткани, в волокне самом, поэтому можно так, можно и обойтись. Очень часто вижу зубная паста и щетка. Да, это очень популярно среди атомианцев, начинать именно с этих товаров, с кофе. Да, кофе черный. Угу. Набор Fame. Тушь. Так, у нас лидируют зубная паста, зубные щетки и химохим. Сопальм – это омега, масло для волос и щетки. Так, дорожный фейм. Да, кто-то не, перед тем, как купить фейм, да, набор, предпочитает купить сначала дорожный, что тоже очень здорово, потому что... вы как бы на себе смотрите, да, ну, вот какой он как, идет как пробная версия, дорожный набор Fame, плюс красивая косметичка с логотипом, почему бы нет. Крем для глаз, да, крема у клиенток в СНГ очень популярны, потому что многие не знают, что такое тонер, что такое сыворотка, вот такие средства, просто да, умываются и пользуются кремом, поэтому крем, пенка, они являются бестселлерами. Спирулина. Много повторяющихся ответов. И просто, да, в чате очень много вариантов. Тушь, коллаген. Кто-то начал именно с этих продуктов. Кстати, когда коллаген появился не так давно, конечно, многие обрадовались, потому что клиентская база сразу выросла намного. Многие именно ищут коллаген. Это один из бестселлеров. Категории здоровья. BB-крем. Да, BB-крем тоже очень люблю, потому что, например, у меня проблемная кожа, она не терпит толстых слоев, вот как раньше были тоналки, да, и сразу начинается реакция. Тогда как BB-крем, он ложится настолько легко и не забивает поры. И в то же время он прекрасно скрывает недостатки кожи, выравнивает тон. Солнцезащитные средства, классно. Я очень рада, что вы написали солнцезащитные, потому что это must have. Когда мы пользуемся солнцезащитными средствами, мы даем отпор признакам старения, потому что солнце наш главный старитель. Солнце старит кожу, это причина номер один. Даже зимой мы всегда пользуемся солнцезащитными средствами. Так, что еще и нового? Акванабор, да. Раньше был акванабор, вы познакомились именно с ним, а потом только на замену ему пришел гидронабор. Классно. Омега. Да, омегу тоже очень часто спрашивают клиенты, есть ли у вас омега. Наша омега, она выигрывает по количеству капсул, по составу,
и по нашим сертификатам GMP, что говорит о высоком качестве. То есть не каждая продукция может похвастаться такими преимуществами. Спрей для горла, патчи с микроиглами. Да, раньше были патчи Акропа с микроиглами. Кто-то начал знакомство именно с них. Здорово. Спасибо всем большое за ответы. Очень интересно. Я думаю, всем было узнать, кто с чего начал знакомство. И я думаю, что вы тоже для себя записали, какие товары нужно иметь в виду для того, чтобы знакомить большее количество людей с Атоми. То есть иногда можно что-то там подарить, да, если это особенно теплый круг из продукции, для того, чтобы человек начал влюбляться в эту продукцию. А дальше продукция делает свою работу. Это волшебство, которое происходит, потому что у нас есть такой принцип: абсолютная цена и абсолютное качество. Когда человек просто не может найти подобный продукт по подобной цене и настолько высокого качества. То есть это наше огромное преимущество и наша конкурентоспособность перед другими брендами. Да, вот первый заказ, кто-то пишет уже, футболка. Да, и ассортимент огромный, что дает нам тоже большое преимущество, чтобы у нас была клиентская база совершенно разных возрастов, разных предпочтений. То есть каждый человек обязательно найдет в огромном ассортименте что-то для себя. И наша цель с вами не единичная продажа, да, то есть не впихнуть один раз, поэтому цены минимальные как для нас, для новичков и для, скажем, империал мастеров. Для всех одинаковая цена. Почему? Да? Потому что человек, который регистрируется, он, возможно, еще не зарабатывает, да, много. Он может себе позволить совсем несколько товаров, но он знает, что это минимальная цена, и он может себе позволить заменить, например, то, что он покупает в супермаркете, в хозяюшке и так далее. То есть щетку, пасту, да, многие начинают с таких товаров, губки, колготки, то, что соответствует цене того, что ты покупал раньше. И когда ты переходишь на Атоми, на этот интернет-магазин, понимаешь, что уже не хочется, да, где-то искать колготки, где-то искать крема, тебе настолько устраивает все то, что есть в Атоми, что ты полностью заменяешь, становишься идеальным потребителем, как это было с нами. То есть мы начали вот с пробного пакетика, который нам подарили спонсоры при регистрации. Это кофе, щетки и пасты. Паста и каталог. Каталог, конечно, тоже очень сильный инструмент, благодаря которому человек, не заходя еще на сайт даже, он может выбрать товары, которые он дальше закажет. То есть это такое, как это, мотивация купить что-то. И затем человек начинает покупать больше и больше, и тут уже работает сама продукция за вас. Поэтому наша с вами цель – рассказать и показать ценность этой продукции. Продукция шикарна, да? Мы с вами все убедились в этом. Теперь нам нужно популяризовать ее, рассказывать. И наш основатель Пак Хангили, он говорит, что неважно, как вы рассказываете, главное – говорите, наберитесь смелости. Мы часто говорим такую фразу, что атомианцы не стесняются. Вот здесь у многих бывает такой затор, да, что сложно подойти к кому-то, да, начать разговор или написать. Здесь нужно набраться смелости и убрать стеснение и включить скорость, потому что другие атомианцы не стоят на месте, конкуренция, она только растет с каждым днем. Поэтому сейчас такое золотое время, которое нельзя ни в коем случае упускать и рассказывать об Атоми всем, всем, всем. Любыми способами, инструмент, будь это ваша социальная сеть, сайт, каталог,
ну, в общем, да, офлайн тоже, в центре вы кому-то рассказываете, делаете мастер-класс и так далее. То есть очень много у нас инструментов, как мы можем рассказывать об этой замечательной продукции. Дальше мы что делаем? То есть когда клиент уже заинтересовался, нам нужно показать свою экспертность, что мы знаем, как рассказать об этом продукте, как его пить, как пользоваться, какие есть нюансы. И где-то через неделю нужно будет вернуться к этому клиенту и спросить отзыв. Потому что вы не будете выглядеть такими настырными, это будет, наоборот, очень приятно каждому клиенту, я считаю, что вы не занимаетесь, да, единичной продажей, главной целью у вас не продать один раз, а чтобы человек всю жизнь покупал товары благодаря вашей рекомендации. И так мы будем с вами зарабатывать всю жизнь. И замечательно, что компания Томми не стоит на месте, она постоянно улучшает продукт, не меняя цен. Как это случилось и с Хемахим, кстати, да? Кто не знает, Хемахим начинал продаваться в два раза меньше было стиков, то есть 30, цена была та же. Сейчас у нас на месяц идет коробка, и она стоит так же, как и начальная цена осталась. То есть у нас щедрая компания и очень ценный продукт. То есть, например, Хемахиму нет аналогов нигде в мире. У него есть патенты в разных странах. И такой уникальный состав. Если вы разбираетесь, да, хорошо в нашей продукции и рассказываете об этом очень вкусно, рассказываете в онлайн и офлайн, то у вас обязательно появится большая клиентская база и постоянный пассивный доход от Atomi. Давайте еще раз покажу вам сайт. Так, и магазин. Ну, я думаю, что вы очень хорошо знаете, как пользоваться нашим магазином. Как вы знаете, после регистрации у нас идет очень хорошая скидка на весь ассортимент, на все товары. И еще такой момент, хотела сказать, что часто люди боятся делать онлайн-покупки. Есть такое? Напишите, пожалуйста, плюсик. Когда ваш клиент говорит, ой, лучше я у тебя возьму, или есть наличие, да, не хочу регистрироваться. Такая большая проблема есть, да, мы сталкиваемся. Тогда как, например, когда мы жили в Корее, большинство покупок, они совершаются онлайн. То есть это для людей уже норма покупать онлайн все. И это совершенно не проблематично. То есть больше люди покупают онлайн, чем офлайн, потому что они берегут свое время. И, ну, как бы, мне кажется, что в Корее жизнь на 10-20 лет вперед идет. То есть это нас всех ждет. И это замечательно. Я вижу много плюсиков. Вижу вашу боль, чувствую, да. Понимаю, что не просто, да, это нужно отправить человека на сайт, дать свой логин и сказать, вот, покупай. Нет, это у нас немножко другой менталитет, который только-только привыкает к тому, чтобы покупать онлайн. Да, спасибо за ваши плюсики. Да, и есть такая проблема, что люди хотят все сейчас, да, доставка, даже доставку не хотят ждать, но постепенно мы к этому придем. Обязательно все к этому привыкнут, потому что товары Atomi можно купить только с официального сайта, не с других интернет-магазинов. Если вы видите такое, то обязательно пожалуйтесь в helpdesk, дайте им знать, что есть где-то нарушение. Да, нужно приучать, да, нужно обучать людей, как заказывать онлайн. Потому что если вы будете всегда, да, помогать людям, вот ладно, я тебе отдам свой, вот все, что у меня есть, да, я себе купила, ну ладно, тебе отдам, чтобы ты не ждала. Есть такой момент, что вы просто избалуете своих клиентов, они будут только у вас брать, и вам придется делать склад.
То есть, ну, конечно, всегда хорошо иметь у себя что-то из бестселлеров, да, что человек, который совсем, да, например, в пожилом возрасте, совсем не покупает онлайн, и у вас есть это в наличии, тоже большой плюс для вас. Но старайтесь так, делать так, чтобы ваши покупатели знали, что все покупки лучше делать онлайн. Так сразу видно баллы, да, сразу они садятся. И это большой такой обучающий классный момент для ваших клиентов. Они видят сайт, они видят, как все работает, да, они видят описание товаров. И дальше там про бизнес тоже написано. Они видят, как у них идет товарооборот. То есть они больше вовлекаются в бизнес, на самом деле, делая покупки онлайн. Просто делайте покупки. Дальше они смогут это передавать, эти знания, уже своим клиентам. И так мы с вами будем наращивать свою сеть потребителей и меньше заниматься вот такими продажами, да, офлайн. Да, вот тоже я заметила такое в Казахстане, тоже такой момент, что хочется в наличии, хочется побыстрее, но да, на примере Кореи я с уверенностью могу сказать вам, что мы к этому придем, что онлайн покупки будут только набирать обороты. Пандемия нам тоже показала, что когда случилась пандемия, традиционный бизнес, он просто встал, да, люди не ходили в магазины, они все заказывали онлайн, потому что, благо, работал интернет, и наши продажи увеличились в 4 раза именно в доме СНГ. Поэтому обучаем, да, вы сейчас обучаетесь, тоже проходите такое обучение, своих клиентов, новичков тоже обучаете переходить на онлайн-покупки. И тоже обязательно показывайте такой момент, что когда мы не регистрируемся, да, у нас есть большой минус, что мы покупаем по розничной цене. Конечно же, все хотят покупать со скидкой, поэтому регистрируются, да, тоже мотивация к регистрации – это большая скидка, да, 20-30%. Еще такой сайт есть, который мало кто пользуется, мало кто знает, да, то есть пропускает этот момент. Это Global Atomy сайт. И когда вы нажимаете здесь клик, он открывается. Он открывается довольно долго, потому что сайт, у сайта очень красивые фотографии, такие качественные. И здесь есть информация также и о продукции. Давайте посмотрим. Это, кстати, вы видели Atomy Park, главное здание. Это тоже Atomy Park. То есть вы видите снаружи. Мы были здесь с Владимиром и с дочкой нашей в 2019 году, когда еще была доступна программа «Тур успеха» в Корее. Ну, давайте посмотрим философия продукции. Абсолютное качество, абсолютная цена. Ценность Atomy, да, ценность. Когда мы еще не знаем об Atomy, мы думаем, ну, это очередная компания, да, сетевая, скорее всего, такая же продукция, как и везде. Важно показать, что это совершенно другая компания, как по бизнесу, так и по продукции. То есть эта продукция, она высокого качества, премиального качества, в то же время цена остается масс-маркет, то есть доступный для обычных людей. В этом наше огромное преимущество и философия. И давайте здесь прочитаем. Абсолютное непревзойденное качество по абсолютной цене. Абсолютное качество означает качество, которое не может предложить никто другой на рынке по определенной цене. Абсолютная цена – самая низкая цена, которая только возможна без ущерба для качества. Именно эта ценность стоит во главе угла самого основания Atomy. Эти тексты вы можете, кстати, использовать в своем контенте. Также, я думаю, что вы можете и эти картинки тоже можете сохранить на свое устройство. Так. Стратегия мастиш. Что такое? Здесь подробное описание. Слово мастиш состоит из двух частей. Масс и тиш. Масс – это массовость, да, массы, а тиш – это престиж, то есть престижные продукты, которые доступны широким массам.
И в этом заключается большой успех вашего бизнеса. То есть почему здесь получится у каждого? Потому что у нас есть вот такая философия и такая стратегия. Поэтому получится у всех, кто не молчит и не сидит, который действует и говорит, рассказывает об этой замечательной продукции, рассказывает всем как можно чаще и больше, да, это наша работа, рассказывать, популяризовать, и дальше продукция сделает работу сама за себя, и вы будете получать стабильные выплаты от Atomi, как это получилось у нас, да, у семейной пары, которая не имела опыта в сетевом бизнесе никогда, и в традиционном бизнесе, но у нас получилось. Получится и у вас, да, кто сейчас еще боится, сомневается, есть какие-то такая неловкость, вот это все убираем, да, то есть с каждым стеснением чувствуете, что от вас уходят возможности, от вас уходят деньги, поэтому набираемся сил, энергии, верим в себя, любим себя, сами пользуемся, да, дарим своему телу эту прекрасную продукцию, а также рассказываем этот замечательный секрет всем вокруг. Потому что я думаю, что многие люди хотят улучшить качество своей жизни и стать красивее, здоровее и богаче. Так, Atomi с девизом «Доверяй и покупай» возрождается как куратор потребителей. Так, это у нас была философия. Далее история. Тут говорится об истории бестселлеров. Давайте начнем с Himahim. Тот продукт, с которого и началась компания. Сам председатель Atomi, господин Пак Хангиль, он очень сильно болел, рак четвертой степени. И он думал, что ему уже ничего не поможет, так и говорили врачи. Да, в Корее, насколько там сильные врачи, и он начал молиться и начал принимать Himahim. То есть он такая сильная вера у него появилась, что все восстановится, да, что он оздоровится. И действительно это произошло. Сейчас, да, вы видите, как он активно выступает, как с какой силой он говорит свои речи, и как приятно его слушать. И он выбрал свои миссии, чтобы сделать Atomi глобальной компанией, чтобы люди, простые люди, как мы, зарабатывали, изменили свою жизнь и воплощали свои мечты в реальность. Так, Himahim разработан Корейским научно-исследовательским институтом КРИ. И это очень огромный плюс, то есть то, что наша компания работает, сотрудничает с такими институтами, то есть государственного образца, которые действительно являются, дают высокие-высокие технологии, о которых мы даже с вами не представляем, насколько они крутые. Мне действительно посчастливилось быть на заводе Колмар, Корея, и увидеть воочию, да, как производится наша косметика и БАДы. И выиграл Himahim, да, много наград, и здесь идет очень такой состав исключительно, который вы не найдете нигде. То есть высокие технологии плюс рецепты восточной медицины. Это дудни гигантские, жгун, корень и пион. Это все выращивается в Южной Корее. Очень-очень строгие стандарты ко всему. То есть никаких пестицидов здесь вот нет. Все натуральное и исключительный результат. То есть активируются НК-клетки, стимулируют выработку цитокинов и активируют клетки иммунной системы, что очень круто в наше время. То есть когда мы столкнулись с пандемией, да, многие заметили, что они быстрее восстановились, принимая Himahim, да, уже какое-то время курсами, а также во время болезни увеличивая дозировку. Потому что Himahim именно стимулирует иммунитет и помогает даже в таких тяжелых периодах нашей жизни, как после химиотерапии, да, кто прошел онкологию, они чувствуют упадок сил, то есть
когда иммунитет ослаб, и даже в такое время химохим очень сильно помогает, что даже в нашей стране врачи, многие даже рекомендуют его, не являясь партнером Атоми. Просто они говорят, что видят чудеса, да, что люди начинают просто вставать, улыбаться, начинают набираться сил благодаря этому препарату. Как он работает? Ну, если так простыми словами, кислород поступает в каждую клеточку нашего организма и борется с инфекциями, с бактериальными заболеваниями, вычищает нашу лимфу от токсинов, и кровь тоже чистит от пестицидов, от радиации. Да? То есть изначально он был разработан топовыми научными сотрудниками для того, чтобы помочь людям, кто вот работает, да, на таких опасных заводах, где есть радиация. То есть они увидели на себе результаты, увидели, что у них улучшение идет. И так что я вам говорила, что раньше было 30 пакетиков, да, сейчас 60, увеличилось количество химохима, но не цена. И подробное описание химохима есть, конечно, на каждом сайте Атоми на разных языках. А давайте дальше посмотрим про нашу систему ФЕЙМ. Кто знает, раньше это был другой по дизайну набор из 6, то есть был еще BB-крем в наборе. Он назывался Skincare. Сейчас, в 2019 году, да, когда мы закрыли мастера продаж, мы получили уже не Skincare, а ФЕЙМ, находясь в Корее. И здесь есть тонер, эссенция, крем для век, лосьон и крем питательный. Многие начинают знакомство, да, с него или с мини-версии. Это роскошная косметика, которая войдет в историю. Да? Само название ФЕЙМ о том, что эта косметика, она настолько хороша, что она еще будет с нами, да, много лет, и люди будут влюбляться в нее, продолжать в нее влюбляться, несмотря на то, что время идет, конкуренция растет. Но то есть разработки Атоми, они направлены на долговечность. То есть что мы будем продолжать быть в топе корейской косметики, несмотря на то, что появляются новые бренды и так далее. 4 технологии и плюс добавлены новые ингредиенты, новые технологии, плюс низкий риск раздражения кожи. А здесь идет рекламный ролик про ФЕЙМ на корейском языке. То, что добавлено. Новые ингредиенты, дерматест. И здесь говорится о тех 4 технологиях, которые были еще с самого начала, да, появления. Первой самой линейки. То есть сначала был химохим, затем скинкер, да, набор из набор для кожи, про который я вам говорила. И у него были вот эти 4 технологии. Высокой степени очистки, ферментации. То есть, что делает именно нашу косметику настолько результативной? А премиальная косметика, она отличается именно своей результативностью. То есть, масс-маркет, вы видите, что вы мажете, да, и вы не чувствуете, что результат, а просто какую-то увлажненность на время чувствуете, но не результат. А премиальная косметика отличается тем, что вы видите изменения на своей коже. Более того, вам уже знакомые говорят, что ты делаешь со своей кожей, почему она у тебя светится, почему она у тебя подтянулась, да. То есть, мы заменяем косметолога, походы на мезотерапию и на другие процедуры, просто пользуясь нашей косметикой. И в этом большой плюс, то, что мы экономим вместе с продукцией Атоми. И благодаря этим технологиям ингредиенты высокого качества, они не остаются на поверхности нашей кожи, они попадают глубоко, проникают в глубокие слои, где и делают свою работу. То есть всегда
доверяйте тем брендам, у которых есть такие высокие технологии, и они могут похвастаться, да, таким сотрудничеством, как Колмар, Кэрри. И раньше вот история, она начиналась все с зеленых, по зеленой упаковке. Я думаю, что мы очень рады, что упаковка стала белого цвета. И думаю, что вы заметили, что почти вся упаковка у нас имеет белый цвет. То есть белый цвет для компании – это корпоративный цвет, да, бело-голубой. Белый цвет говорит о чистоте, о надежде на светлое будущее. 10 лет успеха. То есть с каждым разом улучшается состав. С каждым разом идет улучшение технологии и состава. И давайте закончим знакомство с нашей продукцией, с системой по уходу за кожей Absolute Selective. Кому уже довелось попробовать на себе этот замечательный набор, это, если скажем, фейм, это для более молодой кожи, да, абсолют уже для возрастной кожи, потому что он идет, имеет в составе пептиды, которые помогают повернуть время вспять и по-новому взглянуть на себя. Ну, то есть вы преобразитесь благодаря этой косметике. И огромной радостью было для нас, что в этом году косметика Atomy Absolute удостоилась премии, самой высокой премии в Корее по технологии своей. Это премия короля Седжонга, плюс премия за дизайн, премия IR52, то есть разные награды получила именно эта линия благодаря своей результативности, благодаря своим технологиям. Ну и, конечно, ингредиенты тоже очень такие рабочие. Уход за кожей Absolute Selective заботится о красоте вашей кожи при помощи уникальных ферментов, новейших технологий. Передовая технология наполнит поврежденную кожу энергией и придаст ей эластичность. То есть вот эти 4 технологии, о которых мы говорили, которые есть в наборе Fame, плюс у нас гидролат зеленого чая, экстракт туберозы, благодаря чему она так прекрасно имеет аромат, который выбирал сам председатель Пак Хан Гиль. Он именно выбирал такой аромат туберозы, восхитительный, который и нравится и мужчинам, и женщинам. И еще 2 технологии добавлены в эту линию. Это Selective и Selective Gold. И эти технологии позволяют ингредиентам этой линии работать с поврежденными клетками кожи, то есть доставлять именно тем клеткам, которые испытывают вот недостаток, да, питания, регенерации, то есть они работают на точечном уровне, как и химохим, да, он, это очень такая высокоинтеллектуальная продукция, которая работает на поврежденные места, поврежденные клетки, также и технологии Selective. Ну, благодаря чему и получены столько наград. Потому что другая косметика не может похвастаться такими технологиями. И этим нужно гордиться, это нужно знать обязательно. Рекламный ролик более подробно о составе, действия. То есть действует на морщины, на темные круги, на снижение эластичности. Технологии и гидролат зеленого чая. Я помню, как я увидела где-то, да, до знакомства с Atomy такую баночку за $150 от другой фирмы тоже на гидролате зеленого чая. Это, я понимала, что это очень крутой антиоксидант, да, для моей кожи, и очень хотела такую баночку. И в Atomy что замечательно, что предлагается премиально, да, вот линия Absolute – это люксовая линия, представляется люксовая линия, но при этом цены не завышены, цены минимальные для этого качества. Поэтому мне с вами не переплачиваем, да, за дорогие красивые баночки с непонятным составом. Мы знаем, что где находится, тут все предельно
детально описано, и мы знаем, что это лучшее качество по лучшим ценам. Да, аромат непревзойден. Я думаю, что многие пользовались Абсолютом и знают, как он прекрасно пахнет. Ну и в конце давайте поговорим о стратегии GSGS. Последний пункт по продукции на сайте Global. Это стратегия глобального охвата через закупку товаров из разных уголков мира, соответствующих стандартам компании, абсолютное качество, абсолютная цена, избыта через нашу глобальную сеть продаж. Я думаю, что многие компании, да, которые что-то производят, они мечтают оказаться в списке этой стратегии нашей компании, потому что у нас огромная потребительская сеть по всему миру. Давайте посмотрим, кто входит, какие страны входят в эту стратегию. Вот видите карту. США производит комплекс витаминов В, пробиотик, органические семена чиа, розовая гималайская соль и овсянка новая, да, органическая вышла. Премиум алютеин – это Япония, омега-3, кальций, колготки, японские колготки, да, кто уже пользовался, изофлавон, плазма А. Не все товары представлены на наших сайтах, поэтому что-то вы знать не будете, да. Тайвань, много чего, здесь я думаю, что Тайвань лидирует в списке GSGS, это сэндвичи, пластырь, сухофрукты, маски, салфетки, артишок, краска Bubble Color, прокладки, бумага, водоросли, так, напиток, соевый соус, коллаген, бумажные полотенца. Камбоджа, страна, в которую я Томми зашла с благотворительной целью, чтобы помочь этой стране повысить уровень жизни. И действительно так и получилось, что сейчас, кто зарабатывает в Атоме, они никогда в своей жизни столько не зарабатывали. И Атоме улучшает экономику страны. Это Камбоджа, камбоджский черный перец. Дальше Малайзия, санитайзер и Юэбин. Мексика, масло авокадо и чайна. Китай, зубная щетка, гигиенические прокладки, набор для кормления малыша. Вот такая замечательная компания, которая увеличивает экономику разных стран. Ну и благодаря нам тоже увеличивается количество бизнесменов. И думаю, что мы с вами будем зарабатывать с каждым днем все больше благодаря такой замечательной продукции. Да, у нас есть разнообразные чаты по продукции, я советую вам в них вступить, чтобы быть первыми, кто узнает о новостях. Да, у нас есть чат описания, это все спрашивайте у своих кураторов, чат отзывов. Охимахин, кстати, это самый многочисленный чат, там более 10 тысяч человек уже. Они пишут свои отзывы про Охимахин, которые вы можете тоже оставлять, или вы можете в поисковике написать. Ну-ка, например, какую-то болезнь или симптом, и вы увидите разнообразные отзывы на свой запрос. А описание продукции вы тоже можете брать с этих чатов. То есть нужно обязательно состоять в них, это работа наша, быть осведомленными. Так. То есть мы с вами посмотрели, да, на огромное количество ассортимента нашей продукции, а также на то, что у нас есть такие информационные материалы, как сайт Global, которым вы тоже можете пользоваться. Брать вот эти фотографии, да, виртуальный фон можно с вкладки Channel Atomies этого сайта, где мы берем ролики и картинки, которые, кстати, вы можете распечатать и повесить, если у вас, например, офис или центр. Так, ну и постепенно перейдем к домашнему заданию. Я его напишу еще отдельно в чате, ваши кураторы вам скинут, но вы можете себе пока записать в блокнот. Это пост в свою социальную сеть, например, пост в Инстаграм «Мой любимый товар Атоме». То есть в Инстаграме
Личные истории, они работают больше всего, да, ваша личная фотография, хорошо бы, да, чтобы была ваша фотография с этим товаром. Делая фотографии, не забывайте, что о свете, о заднем фоне, да, чтобы все это соответствовало. Например, на этой фотографии, на моем виртуальном фоне, как вы видите, много света на коробке, и все так красиво оформлено, плюс однотонный просто фон. Итак, первое задание – это мой любимый товар Atomi. Если у вас еще нет аккаунта в Instagram, скажем, или в любой соцсети, просто отправьте текст, ваш текст, да, почему вам нравится этот товар, в ваш кураторский чат. Да. Ну, я думаю, что это всем можно сделать, да, текст свой отправить и в кураторский чат, и как пост сделать, либо ссылку скинуть, ссылку на ваш аккаунт, ой, на вашу публикацию в кураторский чат. Таким образом уже пойдут первые лайки на ваш пост. Итак, первое задание – пост «Мой любимый товар Atomi». Думаю, что все успели записать. Второе – сделать пост про один товар Atomi, текст которому вы написали сами. То есть часто мы видим, да, что кто-то в каком-то чате, да, например, описание, появляется текст, и многие берут именно этот текст себе и в посты. Но эти тексты уже не работают, да, не всем приелись, ничего нового вы не узнали из этого текста, вы уже это читали. Но напишите свой текст как реклама, да, то есть описание от себя одного товара Atomi с красивой картинкой. Да? Можете взять картинку с интернета, либо картинку сделать самим. И почему делаю большой акцент на то, что вам нужно сделать текст, описание, написать свое? Потому что, когда вы пишете сами, вы во время поиска текста вы обучаетесь. То есть это я поняла, когда мы делали свой первый каталог. И сейчас мы снова уже с командой лидеров взялись за новые издания. И снова, да, мы взялись за тексты, за обновление всех текстов. И это такой обучающий момент, потому что ты очень ответственно относишься к тому, что к написанию текста, да, ну, возможно, это будет перевод с корейского, благо сейчас у нас есть доступ к Google, да, он очень хорошо переводит все, просто сфотографируйте корейский текст, он вам на русском все напишет. Нужно просто его как-то красиво оформить, вырезать только самое главное и написать самим такой пост. И можно в конце поста написать автор текста в свою фамилию и имя. Да, согласна. Вот когда сам пишешь текст, ты влюбляешься в него. Ты больше просто понимаешь, начинаешь ценность понимать этого продукта. Это самое главное, что нам с вами нужно сделать, понять ценность этих товаров. Возможно, кто-то из нас еще не понимает, насколько они классные. Когда вы сами пишете описание, вы также заново влюбляетесь в эти товары. Вам хочется, там, если это Омега, например, пойти выпить Омегу. Поэтому сделайте это обязательно. И последнее задание – это рекламный ролик. Я знаю, это будет самое сложное задание, но попробуйте. Почему нет? Мы атомианцы смелые, да? Мы не стесняемся, мы знаем, верим в себя. Рекламный ролик, и я вам скину аккаунты. Это наша Александра Ким, конечно, которая делает просто замечательные ролики. Владимир, Юлия, Ан. Очень качественно, тоже красиво делать, да, так делают ролики, что вот влюбляешься в этот продукт, хочется его купить, то есть очень вкусно умеют снять. Почему ролик? Потому что сейчас фото уже, конечно, нужно делать, да, чтобы просто был пост как фотография, но пост в виде ролик, он набирает больше охватов, с большей вероятностью просто у вас увидят, это как реклама лучше работает сейчас. Рита Федотова тоже очень круто делает, и Елена Хан. Ну, вот эти 4 аккаунта я выбрала на сейчас, на сегодняшний момент. Очень нравится, что девочки и
мальчики, да, делают свой контент регулярно, что тоже хочется, чтобы вы подписались на эти аккаунты, и кураторы скинут вам эти аккаунты, подписались на эти аккаунты и брали их в пример себе, насколько регулярно, да, ребята делают свой контент и насколько красиво всю душу вкладывают в эти ролики. Ну, я вам хотела бы еще раз показать рекламный ролик. Давайте возьмем абсолютный набор. И в этот раз посмотрите этот ролик, ну, как будет уже мотивация. Конечно же, в таком качестве мы не сможем с вами снять, у нас будет более такое домашнее качество, но это не теряет его актуальности, потому что сейчас даже домашним роликам верится больше, чем каким-то профессиональным в студиях. И посмотрите, пожалуйста, этот ролик про набор «Абсолют» уже новыми глазами. Сейчас я вам показала его всю ценность, насколько рассказала про награды. И мы привыкли раньше, да, с детства, когда смотрели ролики рекламные, что очень много рекламщики, пиарщики, они привирают, да, преувеличивают в этих роликах о своем товаре. Тогда как в Атоме вы можете быть уверены, что все, о чем говорится в ролике, это по настоящему, это на самом деле так. Поэтому давайте посмотрим этот ролик именно про набор «Абсолют» еще раз. Ваша кожа требует молодости, красоты. Передовые инновационные технологии для создания идеальной кожи. Атоми Абсолют стал результатом многолетних исследований и комбинации четырех передовых технологий Атоми и двух инновационных прорывов. Абсолютная формула из высокофункциональных питательных компонентов возвращает живительную энергию кожи и останавливает время. Формула Cell Active – технология, быстро и точно доставляющая абсолютную формулу. Технология Cell Active – не просто антивозрастная технология, а омолаживающая технология для раскрытия естественного потенциала кожи. Пришло время воплотить в жизнь вашу мечту, увидеть ее перед собой и прикоснуться. Наши инновационные технологии превзойдут ваши ожидания. Вы мечтаете? Мы создаем. Абсолют Cell Active Тоник. Абсолют Cell Active Ампула. Абсолют Cell Active Сыворотка. Абсолют Cell Active Лосьон. Абсолют Cell Active крем для кожи вокруг глаз. Абсолют Cell Active питательный крем. Высокие технологии 21 века поворачивают время вспять. Атоми Абсолют Cell Active. Уход за кожей. Да, то есть наше третье домашнее задание – это рекламный ролик. То есть мы с вами, те люди, которые популяризируют продукцию Атоми, почему бы не сделать это вот уже, да, то есть такая мотивация сделать такой ролик, ну, что-то подобное, что-то в своем стиле. Не забывайте, когда мы делаем ролики, чтобы было много света, чтобы был какой-то однотонный тон, чтобы не было, да, каких-то отвлекающих моментов во время вашей съемки. Телефон, чтобы не дрожал. И один товар, да, не стоит слишком много товаров брать, лучше взять один товар и сделать качественно. Ну и улыбку не забываем, улыбка очень хорошо работает, если вы не только, да, снимаете руки и продукцию, а хорошо бы, если там, в конце ролика были довольны вы или модель, которую вы выбрали, там дочку можно попросить или еще кого-то, да, если вы сами еще не готовы появляться на ролике. Я думаю, что вы все справитесь, да, задание на неделю до следующего моего занятия, до субботы, за которое вы получите свои баллы. Ну и подытожив сегодняшнее занятие, да, скоро мы будем делать все фотографии, пожалуйста, включите камеры и возьмите в руки свой любимый товар Атоми. Подытожить
хотелось бы нашей цели, да, то есть за что компания будет нам выплачивать огромные чеки, за то, что мы рассказываем об этой продукции, создаем большие сети потребителей глобально, не ограничиваясь одной страной, одной валютой. И эти продажи, которые, да, мы с вами рекомендации, они не должны быть единичными. То есть не один раз продал, и все, до свидания, да? Нет, мы не делаем никаких наценок. Мы продаем все по минимальной цене, как и сами покупаем. Для чего? Потому что чтобы клиенты чувствовали заботу о себе, и чтобы оставались с вами на всю жизнь. То есть всю жизнь... Да, человек будет покупать в Атоме благодаря вашей рекомендации. То есть вы будете увеличивать свой товарооборот благодаря этим людям. Поэтому относитесь к каждому своему клиенту как вот самому главному, самому дорогому клиенту в своем бизнесе. Это каждый клиент на вес золота, вы должны это понимать, ценить каждого, тогда ваш бизнес будет расти, и это дальше будет дублицироваться. То есть ваши уже партнеры будут продолжать в том же духе, они будут также относиться к клиентам, да, какой-то подарочек, как-то порадовать, написать клиенту. Это всегда приятно, когда вы спрашиваете через неделю, скажем, клиента, как тебе понравилось. Во-первых, это ценный отзыв, который вы можете дальше использовать в своей рекламе, а также это очень приятно для самого человека, что о нем заботятся. Так, ну давайте посмотрим, у кого какие любимые товары. Я вижу много, у нас 3 страницы. Я буду фотографировать и отправлять так, эти фото в чат. Сегодня мой любимый товар – это губная помада. Новая Аделика. Да? У кого что? Давайте я отключу видео тем, кто у кого нет, кого нет с нами. Или просто черный экран почему-то, да, я вижу, у многих черный экран. Так, да, настраиваемся, успеваем. Так, готовы? Отлично. Да, атомианцы имеют огромное терпение, да? Тоже все важно для нас. Так, ой, Гули не вижу. Товара какого? Ну, вы, видимо, вышли, да? Ну, ничего страшного. Так. Угу. Так, раз, два, три. Отлично. Так, первое фото есть. Сейчас закину. Мне, пожалуйста, не продолжайте держать товары, потому что еще не все страницы у нас много. Давайте дадим возможность всем появиться на экранах. Раз, два, три. Отлично. И последняя фотография. А, нет, не последняя, у нас много страниц. Замечательно, давайте еще. Раз, два, три. Ускоримся. Так, еще следующая страница, четвертая. Как нас много, это супер просто. Раз, два, три, улыбаемся. Отлично. Они всегда улыбку включаем. Это секрет Imperial Master. Улыбаться. Так мы становимся такими позитивными. Все хотят общаться с позитивными. Раз, два, три. И теперь последнее фото. Так, сейчас. И раз, два, три. Отлично, все. Всех запечатлел. Я надеюсь, никто не моргал. Ну что ж, это сегодня все о продукции. Спасибо всем большое. Было большое удовольствие общаться сегодня с вами. Я надеюсь на наше сотрудничество, что вы останетесь с нами до конца. Наша цель – это передать вам все наши знания, всю любовь компании и тот опыт, который мы наработали за эти 3 года в Атоме. С каждым годом сознание все увеличивается и понимание этой компании, да? –
и у вас тоже так будет. И, кстати, и с каждым годом растет и доход, что очень здорово. А, точно, точно, мне напомнили про код. А второй код, кто остался до самого конца, даже не ушел после фразы «на этом все». Так, это любимый товар о Томи, первая буква. Первая буква любимого товара о Томи. И я вам отправлю, да, в наш чат в фото, и мы увидим по этим фото, у кого какой любимый товар. И, наверное, будем удивлены, да, что все такие мы с вами разные, все что у нас у всех что-то разное. Спасибо и вам большое, вижу в чате много добрых слов, спасибо за поддержку. Всегда мы рады, что нас становится больше, что людей заряженных, да, кто хочет добиться, изменить свою жизнь, добиться успеха и реализовать свои мечты, жить на все 100%, убрать свои какие-то комплексы, страхи и стать миллионерами, стать богатыми людьми. Мы уверены, что все, кто проходит путь лидера, проходит дисциплинированно, не пропуская занятий и выполняя домашние задания, у вас огромное будущее. Мы верим в вас, каждого из вас. Продолжайте в таком же духе. Всех обнимаем. Всем пока-пока.